В этом простом видео я расскажу, как пользоваться утилитой генератор UTM меток. Заходим в генератор UTM меток, вставляем ссылку на целевую страницу, выбираем источник трафика, Google AdWords, Яндекс.Директ, ВКонтакте или Facebook и нажимаем «Сгенерировать ссылку с UTM меткой». Копируем нашу ссылку и вставляем, куда нам нужно. Также для удобства вы можете прописать в названии компании, как она именно называется. Допустим, если вы настраиваете одновременно и Direct, и AdWords одинаковые компании, хотите смотреть в аналитике одновременно их эффективность, удобнее всего, если названия будут представлены словами, а не цифрами. Ну, допустим, я назову компанию «Поиск Москва», сгенерировать ссылку, и вот здесь будет отображаться название компании.